Всех приветствую на канале Mobile TV. В этом видео покажу, как сделать индикаторы в строке состояния разноцветными. Для этого открываем настройки, идем в раздел темы, в поисковой строчке пишем Aereo V12. Можете посмотреть, поставить на паузу. Нажимаем поиск и выбираем самую первую тему. Видим, что значки в этой теме, индикаторы, в разных цветах. Здесь у вас будет кнопочка зеленая «Бесплатно». Нажимаем. После этого снимаем все галочки, кроме одной, строка состояния. И нажимаем «Применить». Ну и на этом все. Подписывайтесь на канал, прожимайте лайки, пишите комментарии. Всем пока!